Всем привет! Сейчас я нахожусь на Кампатоне. Это такой тайский город в 56 километрах от Бангкока. Вот солнышко спряталось, что-то мне не везет со съемкой. Ну и вот это мое временное пристанище. Временно, потому что я вот-вот уезжаю домой, но на время. Домик, конечно, попроще, чем я показывала. Это, так сказать, пригород на Кампатоне. Это парковочное место. Тут умудряются припарковаться две машины и байк. Домик простенький, ничего особенного. Ну, места там всем хватает. А живем мы сейчас там в пятером. Вот это жилая комната, living room. Окошки у нас все время зашторены. Ребята любят, чтобы не было солнца. Ну и на самом деле очень жарко. Я ничего специально не прибиралась, тем более я здесь не одна хозяйка. Телевизор они же этот огромный купили. Тут три комнаты, одна кухня и две ванны. Сейчас я покажу мою комнату. Тут я вся в сборах. Чемоданы. Ну, ничего особенного. Ну, комната достаточно просторная. Такая не обжитая сильно. Это такой тайский вариант дома. Ну, еще не самый тайский. Он не сильно, этот дом не сильно старый, не сильно новый. Ну, вот это ванная. В этой комнате находится внутри. Потому что вторая ванная комната из коридора. Вход из коридора. Ну, ничего особенного. Вот одна комната, туда я заходить не буду. Тут никого нет дома, но тем не менее комната не моя. Вот это вот вторая ванная. Ну, такая посимпатичнее. Симпатичней. Ну, мне удобно, что в моей комнате ванная комната прямо внутри. Вот еще одна комнатка. Она чуть меньше двух остальных. Ну, вот это вот коридор на кухню. Ну, кухня, я бы не сказала, что приспособлена для готовки. Потому что кондиционера здесь нет, и вентилятора тоже. Все это, конечно, можно сделать. Вот. Здесь очень жарко. Не знаю, если только и готовить, то места немного. Для готовки можно, конечно, умудриться. Вот это вот окошко. На нем, в принципе. Если его открывать, и открывать вот ту дверь, это тоже выход на улицу, то... Может быть, и можно готовить, но все равно, мне кажется, будет даже со сквозняком очень жарко. Ну, зато есть, здесь есть стиральная машина. Качество съемки опять очень упало. Наверное, из-за света из окна.
Вот, это очень удобно, то что последние года три в Таиланде я стираю на улице. Вот, это выход, второй выход из дома. Тоже ребята что-то разбросали, и был дождь. Да, вид, конечно, не очень. Шум от дороги. Ну, в общем-то, при закрытых окнах, дверях ничего особо не слышно. Вот, это я обошла дом, пришла через него изнутри, вышла на улицу и опять возвращаюсь к главному входу, нашему, так сказать, паркингу.